своими, над новыми двумя работами. Сейчас все покажу. У меня тут, конечно, тот еще безлад. Работа номер один. Вот так выглядит. И, по сути, можно считать ее законченной. Я старалась показать процесс последний, но было так пасмурно, так отвратительно по освещению, что практически ничего там не видно. Но зато видно вот сейчас. Я специально их поставила рядом, чтобы посмотреть, как они будут, сори, но смотреться рядом. Вот еще один белый стоит холстик, который тоже заполнится работой. Пока не знаю, какая там будет история. Какая-то из их сестер появится. Ну, а теперь я думаю, что мы можем с вами продолжить.